Добрался до юга. Так, вот где я буду жить. Сейчас очень повышенный ажиотаж на жилье, и, в общем, пришлось, так сказать, в жопе мира немножечко искать гостиницу. О, ну так тут нормально, вот есть даже бассейн. Вот, правда, некоторые постояльцы не умеют плавать, поэтому сказали, сначала научитесь плавать, потом воду нальем. Вот, поэтому ждем, пока они научатся плавать, тогда нальют воду. Вот. Так, вот есть автопоилка. Сейчас наберу воды. Вот такая зима. Холодно. Скорее бы лето. Вот, чуть не намок. Намок бы все, хана. Да, скорее бы лето. Летом купаться можно, а зимой-то нельзя, зимой холодно.
Thank you.